Всем привет! У меня тут небольшое объявление. Заодно я Лаша немножко в кадре посветится. Скорее всего, кстати, она не беременная, наверное. Но срок уже подходит, живота вообще не видно. Объявление будет для тех, кто в Беларуси, желательно Пинск-Минск, вот трасса вот эта, или Логойский район здесь рядышком. Заказывала себе клубнику, большое количество саженцев. А сейчас возможностей всю ее посадить нету, поэтому нужно достаточно быстро продать, ну, хотя бы распланировать, кто заберет клубнику, хотя бы там по 100, может, там 500 саженцев кто-то заберет. Потому что жалко, конечно, если она пропадет. Кошку увидела. Вот, поэтому, если кому-то нужна будет клубника, пишите мне в комментарии, я вам отвечу. Ну, смотрите только, чтобы было по пути там Пинск-Минск или ближайшее здесь, либо, может, возможность у кого-то с Минска забрать. Если, как бы, кто-то заберет, буду признательна, потому что мне реально сейчас с ней возиться, пересаживать там ее по 500 раз не хочется, и времени нет, да и места нет, и возможности пока. Себе я там посажу где-то, наверное, 1000, больше мне не влезет. Поэтому пишите комментарии. Сейчас пока не могу загрузить никакое видео про хозяйство, потому что у меня проблемы с телефоном, он не раздает интернет на ноутбук. Вот так вот. Всем пока, ставьте лайки.